Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить террарию. Так, мне сказали, что здесь все предметы, короче, многоразовые, кроме еды и зелий. Поэтому давай оденемся сейчас правильно и пойдем исследовать мир на поверхности. Так, куда пойдем? Влево, вправо? Сейчас посмотрим. Давай влево, потому что вправо мы и так довольно-таки далеко пошли, а вправо вообще... Ой, а влево вообще не ходили. Так, во-первых, нам нужно броню. Так, это экипировка, это дом, режим камер. Так, это, наверное, вот так вот надо, да? Вот, защита 2. А изначально-то тут сколько? Это защита 1. Значит так, ну, в любом случае, железная, мне кажется, побольше брони будет, правильно? А здесь никак не отображается. Твердые кандалы, можно надеть, одна защита. Так, потом зеркальце мне, скорее всего, тоже надо надеть. Только вот... А, ну вот так вот используется. Так, а зачем его надевать? Мне, по-моему, говорили, его надеть надо. Не понял. Ладно, допустим. Так, ну остальные предметы мне вроде как нужны. Стоп, а что у меня с внешним видом? А, это этот кожаный шлем. Слушай, он долбится в дверь, мне это не нравится. Так, вроде все нормально. Давай зелье здоровья на всякий случай возьмем еще. Потом мне сказали, копилку можно взять, чтобы монеты оставлять. Могильный крест, не то, не то. Подарок можно поставить, чтобы открыть. Ну, я нажал правой кнопкой мыши, чтобы открыть. Ну, давай, наверное, так. И теперь вот так, хоп. Не-не-не-не-не-не-не. Ты давай вот так вот, правой кнопкой мыши, хоба. Не понимаю, как это работает. Сказали правой кнопкой мыши. Ну, нажимаю правую. Ага, во, сосновый блок. Ух ты, рождественский пудинг. Расходуется сильно, повышает все характеристики. 4 минуты, понятно, так и вот так. Ой, класс! Это на дверь можно и зеленая карамель. Прикольно, уберем это, нам все не надо. Грибные штаны, нет, 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 нет. Че я вообще ищу? Я забыл. А, вот, облако в бутылке позволяет делать двойной прыжок. 3%. Куда его тоже надо? Кстати, вот это что? Деревянная стрела. Хм. Здесь какие-то вещи лежат, непонятно зачем. Так, бутылка. Так, поставили, хорошо, и теперь... Прикол. Это нормальные вещи, получается, да? Нашел, прикольные. Так, давай-ка дальше посмотрим. Нам нужно зелье здоровья найти, правильно? Вот, зелье здоровья. Если что, я потом нажимаю 0. Слушай, как далеко идти-то? Ну... Проще будет колесико мышки. Так, у нас день настал, как, пока мы собирались, так что можно пробежаться. Так, все у нас есть, побежали. А, да-да-да, мне еще сказали, как у него рецепты посмотреть. Так, для этого давай возьмем крюк. Где он у нас вообще? Так, паутина, во-первых. И, во-вторых, крюк нужен. Вот он. Нет, это веревка. Паутина. Вот он, крюк. Ух ты, слушай, с погоды вообще кошмар какой-то. Итак, так. А как сделать, чтобы я возрождался в доме, а не где-то рядом? Так, помощь, изготовление и... Да, а, вот, вот сюда поместите материал. Да, тут прям написано. Так, вот, крюк. Поместил. Крюк-кошка. Класс, как ее сделать? Нужна железная цепь и крюк. А как железную цепь сделать? Но для этого, скорее всего, нужно железо. Я так думаю, возможно. Железа, благо, у нас должно быть много. Правда, где оно тут лежит? Светящийся гриб нет, веревка нет. Так, у меня два облака в бутылке. Это четверной прыжок, что ли, будет? Ага, конечно. Так, бомба. Сигнальная ракетница. Что, по-моему, только когда в террарию играю, у меня свет мигает. Что за приколы? Так, вольфрамовый свиток, да что ж такое? Платиновый свиток, не то. Платиновый свиток, не то. Так, железная, но это только два. О, железная руда есть. 32, я думаю, более чем достаточно. Пускай дождик, наверное, пока что пройдет. Так, изготовление железа. Стоп, вот. Так, железо сделали, допустим. Теперь, наверное, железную цепь надо сделать. Получится вот так вот найти ее где-то здесь. Железная наковальня.
скорее всего, так цепь не делается. Да, а что? Ну, из железа железная цепь. Это вроде как логично. Изготовление, вот, железо ставлю. Так, это вообще что? Фонарный столб, ух ты, круто. Так, сундук с красной древесиной, часы с черной... О, час... А, поставить, я думал, это наручные. Да зачем мне столько часов? Подожди. Грибные часы, гелевый сундук, прикольно. Метеоритовые часы. Нет, а где цепь тут? Часы. Часы вихря какие-то, часы туманности, часы звездной пыли. Наверное, босса все вызывают. Рифовый сундук, воздушный сундук. Так. Где цепь? О, то есть вагонетка, да, я же сказал, можно будет сделать. Стойка плотника. Где цепь? Слишком много предметов можно делать. Кактусы вы... Нахрен мне столько часов вообще? Из плоти. Так, во, железная наковальня. Платиновая удочка, подожди, флюгер. Железная кирка. Топор, нет, лопата, нет, все не то. Шлема у меня есть, железная дверь, да что ж такое? Печь для стекла. О, железная цепь. А что для этого надо? А, ну все правильно, железо надо. И в чем проблема? Типа 15 штук надо железа. Для одной цепи. Но это скорее всего тоже 15 цепей, хотя не факт. Если это одна цепь, то вы гоните, это слишком много. Светишься гриб, но так я долго буду искать железо. Вольфрамовый, веревка, платиновый слиток. У меня ж не может быть так мало железа, правильно? Так, бомба у нас в другом сундуке лежала. А это вообще отсюда. Бомба вообще... Нет, не здесь, вот здесь вроде. Нет, вот здесь. Так, бомба. Она у нас лежала здесь. Неужели не хватает железа? Да вы гоните. Капец, так мало. Ладно, придется еще тогда добыть. Потом сделаем крюк-кошку. Сейчас побежали исследовать. Так, это не помещается. Сюда давай. Все, пошли, пока у нас день. Вроде как. Хоть и дождь идет. Ну, пока дождь идет же. Мобов нет, правильно. Цветок дня. Просто махнул мечом и уже какую-то фигню собрал. Так, а топор у меня все еще медный. Ох ты, зараза, я даже не заметил тебя. Ох, ничего так слил. Мне же еще и нужен сейф. Или сундук для монет. Там два названия говорили. Летающая рыба, я тоже помню, что она агрессивная. А ты что, птица просто, да? Это бабочка, не, это листик просто. Так, в эту пещеру мы еще не ходили. Давай вот так вот просто, о, прикольно. Стоп, оп. Давай просто пройдемся тут совсем чуть-чуть. Ну тянет меня в чужие пещеры, что поделать. О нет, тут слишком далеко идти будем. Пошли наверх. И у нас почему-то верх светится. Почему? Так, где там? А, слышишь, пока я открываю карту, пауза не ставится? Нормально. Давай вот так вот. А, у меня двойной прыжок же еще есть, точно. Да-да, догони меня теперь. Почему здесь светилось? Я ж тут не был, по-моему. Да, двойной прыжок хоть и помогает, но, по-моему, он слабоват как-то. Не знаю. О, ух ты, а это что такое? Так, во-первых, уйди. О, прикинь, мы такое дерево срубим. А, это и не дерево. Это... Нет, древесина. А чё вы меня тогда обманываете? Так, о, факел то, что надо. Зелье света, зелье Катя. Мешок с растениями. Потом откроем. Стремительный радар. И сам сундук тоже заберем. Слушай, класс, и там тоже спуститься можно будет. Ладно, сходим потом еще туда. Ой, тут тоже. Это может поселение каких-то. Врагов поблизости 4. Ух ты, а это... Счетчик существ, да, откуда он появился? Это потому что я что-то надел или он всегда был? Если всегда, то обидно, я значит не замечал этого. Слушай, прикольно. Так, давай-ка еще прорубим. А что это хоть за де... А тут рубить нельзя. А почему? Тут не пройти нельзя, не порубить. Опа, не понял. А, все, потому что киркой надо. Дошло. Уже привык, что топор, по идее, рубит деревья, но нет. Так, слизни. Слушай, как много тут слизней.
Так, древесина нам все... Так, чуть-чуть не добил, хорошо. Да вы что, издеваетесь? Даже листву надо киркой рубить. Так, пошли, пошли, пошли. Ай-яй-яй, уйди, уйди, уйди. Что-то не лучшую погоду мы выбрали для прогулок. Хотя часы погоды, наверное, какие-то тут есть. О! Снег! Прикалываешься. А я, наверное, тут замерзать буду, да? Но я не вижу счетчика холода, значит, скорее всего, нет. Нет врагов поблизости. Конечно, они все замерзли. О, кстати, лед можно добить? О, лед, прикольно! А для чего мне его использовать? О, его можно растопить и сделать еще больше воды. А то она меня как раз-таки бесит. Можно еще побольше сделать. Так, один враг поблизости вижу. Слушай, как хорошо счетчик-то. Я этот увидел. Не, раньше стопудово его не было. 100%, я тебе говорю. Я бы заметил, наверное. Тут, наверное, ледяной слизень, да, будет? Так, давай-ка вот так посмотрим. Что, ну довольно-таки далеко дошли уже. Но если что, у нас зеркальце есть, так что нечего бояться. Ну куда вы, дурачок, полетели на меня? Так, 160, да? Слушай, да, броня вроде как чуть-чуть работает. Да, ледяной слизень, я же сказал. Даже не снежный. Так, гель, медь, хорошо. Это все замечательно. Чисто до края добежим, чтобы просто посмотреть, что там. Это ледяные деревья будут или просто деревья? Медь из дерева. О, как долго рубится, охренеть. Да, заснеженная древесина. Ух ты. Что-то новенькое. О, еще сундук. Серебряная монета, зелье скорости, зелье разврата и все-все-все остальное. Превосходное копье. 9 урона, плюс 12% урон. Ну, наверное, оно даже получше будет, да? А ну, попробуем. Так. Ой, нет, ты слишком долго бьешь. Это кошмар. Так, добудем сундук. Давай факел один поставим. Тут у нас что? Давай вместо этой вазы поставим факел. Какие заросли тут, а? Так, хорошо, этих добил. Сколько там врагов? 4 рядом. Так, давай-ка наверх заберемся. На деревья мы не можем, да, залазить? Да и наверх-то мы с трудом залезем. Так, ну, по идее, мы должны замерзать, мне кажется. Сейчас вот так, главное, построить чуть-чуть вниз. Во, вот так. Все, забрались, пошли дальше. Да вы что, прикалываетесь? Ладно, давай тут подсветим немножко. А, это же пещера, да? Ну, в целом, я тут мог забраться. О, железо, что ли? Железо, железо, железо. Мне оно надо, мне оно очень надо. Да, отлично, замечательно. Ну, все равно приходится в пещерах лазить, понимаешь? Тут абсолютно все, что нам необходимо для игры есть. На поверхности особо ничего нет. Ну, по крайней мере, пока что. Тут все предметы прячут в пещерах. Ой, подарочные слизни, прикольно. Но пишут, что обычные, тогда не прикольно. Так, снег закончился. Это опять обычная локация. Прыгай давай. Да не на меня, ты тупой слизень. Чуть не упал? Нет, упал. Снежные пустыни, что? Это что, вот такой вот маленький кусочек территории, где идет снег? Вообще шикарно, молодцы. Кактусы нам не надо. Так это что, стервятники, ненавижу их. Хотя урон у меня уже неплохой. Ну и все, и что вы сделаете, овощи? Ой, уже темнеет. Так, мы до конца карты не успели дойти. А ночью идти не стоит, врагов слишком много. Так, а это что, мрачные территории или что это? Так, задолбал. Давай-ка добудем. Понял. Что это такое? Пожиратель душ? О, у меня как раз есть душ. Так, да что ж такое? А до куда мы дошли? Подожди. Ну, не так далеко. Я думал, это типа конец карты, поэтому нас не пропускают. Врагов поблизости 4, думаешь? Но они, конечно, тормознутые. Пожиратели душ? Вы что, попасть не можете?
Чувствительность мышки уменьшите. Задолбал. Так, да. Оп, оп. Ха-ха, видал? Видал, просто забайтил. Так, там стервятник, я так понимаю, да? А, все, хрен ты вылетишь, чучело. Или ты не стервятник? Да, плевать. А что это за локация хоть? Может, это просто пляж, но... Ну, пустыня только темная. Так, нет, это не стервятник. А что ты такой? Просто кирпичик какой-то. Не, это, скорее всего, задний фон. Кто бы мог подумать, что у меня камней может быть не хватать. Хотя у меня 500 чем-то сейчас еще. Но все равно быстро закончится. Так, уйди. Мне просто неудобно до конца клавиатуры лететь к этим клавишам. Давай вот так вот. Оп. Все равно назад через зеркало вернемся. О, прикинь, у зеркала есть расстояние какое-то. Дальность. Это будет обидно. Так, мы 9 урона наносим. Подожди, а если мы вот так возьмем? Копье проверить чисто. Дурачок. Ну, ты летишь сюда, давай. 5, да, говно. Когда я этот 9 наносил. Не-не-не-не-не-не-не. А чё вы разного размера еще? Вот так. Оп, только не падайте в пропасть, пожалуйста. Я там монетки не заберу с вас. О, куда вы, слышите? Они меня окружают. И уже слишком темно. Я не знаю, ты вообще что-то увидишь, не? И они когда вместе, они активнее атакуют. Слушай, и урон больше наносится. Да вы чё, гоните? Куда вы столько мобов? Отправляйте на меня. Так, поблизости 2. 1, замечательно. Все, мне не нравится. Что это за душная карта? Заколебал. О, совсем мало здоровья, подожди. Вот так, оп. Не успел, подожди. А как тогда использовать? Перетягивать, что ли, только? Вот такой себе. Правой кнопкой нажал, но там только один достался. Только одно зелье. Давай вот так поставим. Хорошо, мы хотя бы разглядим их. Хера себе, а что это за бешеный пожиратель душ? Гниль собрал еще. Но я так и знал, что они такие все люди. Вот эти пожиратели. Стоп, у меня что, меч сломался? Охереть. Стоп, 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 стоп. Как его использовать-то? Зеркало, блядь, я его еще... А, его надо взять и нажать. Все, понял. Да, взять и нажать левую кнопку мыши. 5 здоровья осталось. А что это такое? А, новогодний кролик. Хорошо. Ух, так, что мы насобирали? Стремительно. Можно надеть. Материал обнаруживает врагов рядом с вами. Вот, наверное, радар, правильно? Обнаруживает нас. Врагов. Сундук, давай-ка сундук. Глаз опять этот пришиб. Кстати, давай и глаз посмотрим, что он... Что с глаз дают. Стоп, нет, меч длинный. А почему там показывали, что у меня короткий меч? Что за прикол? У меня же длинный меч. Или это враги так делали? Не понял прикола. Так, у меня уже здоровья мало, хватит баловаться. Пошли обратно. Насколько, кстати, мы прошли? Далеко. Ну, слушай, нормально, почти до конца локации. Но там уже слишком душат. Нет, туда больше не пойдем. А, так, мешок с растениями. Дали огнецвет и семена огнецвета. Спасибо, шикарное вообще. Так, зелье возврата, зелье скорости, ледяной факел, желудь, мертвая трава. Так, подарки. Раз, два. Это все зеленый карамель. Граната, зелье света заснеженное. Так, успокаивающее зелье, лед, гниль, кактус. Железная руда оставляем. Копье убираем. Так, древесина вместо сундука. Нет, стоп. Сундук, все правильно. Ставим его. Так. Могу сверху поставить? О, могу. А он отк... Не, не могу. Вот так вот, замечательно. А далее у нас что еще? Так, во-первых, доски возвращаем. Потом железная руда оставляем. Семечко. Дороже цвет. Веревка, гель, цветок, гриб, бомба, семена цветка. Так, железная руда, хорошо. У нас еще где-то должна быть железная руда. Она выглядит как маленький кружочек.
Плюс само железо надо. Куда же я его мог убрать-то? Вольфрамовая руда. Так, нам ну... А где железо-то? Ага, во, вижу железо. И значит, железная руда тоже должна быть. А, зачем мне железная руда, тю? Я ее наверняка всю использую. Ой, сова. Прикольно. Так. Нам надо железо. За железо. Котелок. Зачем? Во, железо. Все, ну теперь у меня... Стоп, не туда. Так, а медь? Медный слиток мне вообще зачем тут? Медный слиток убираем. Так, у меня 16 железа, уже стопудово должно хватить на цепь. Так мы сделаем крюк-кошку. Изготовление. А, чё я к тебе пришел вообще? Подожди. Я знаю, как делается. Так, цепь. Железная наковальня. Не то. Так, не понял. У меня уже 16 железа. Серебряное. Не поняла. А чё не так-то? Подожди. Цепь же из железа делается, правильно? Сколько там надо ее? Подожди, изготовление. Давай из железа поставим. И она где-то внизу была. А чё нельзя было табличкой здесь на весь экран сделать? Зачем именно сбоку вот так? Я даже уже не... Стоп. Я уже даже не кручу. Я один раз колесико очень сильно покрутил, и все, она полетела. Железная цепь можно поставить. А как? Изготовление нужно железно. Ну и как? Может, какой-то особый верстак или что? О, вот так вот, да, я вот так говорил. Прочная удочка. Подожди, цепь, она вот она. А как? Я тебе говорю, какой-то верстак нужен особый. А, или может, кстати, может просто в наковальне его можно сделать. Вроде как логично. Да? Да, отлично. А сколько железа тратится? Одно, что ли? Я столько железа добывал, просто зря. Так, теперь здесь крюк-кошку делаем. А у меня самого крюка нет, подожди. Не здесь. Крюк. Теперь попробую его тут разглядеть. Нет, здесь его нет. Я, по-моему, вот сюда вот все сложил, да? Да, вот он, крюк. Теперь, надеюсь, крюк-кошка у нас получится. Опять не здесь, что ли? В наковальне. Во, крюк-кошка, отлично. А куда его? Куда-то... Подожди, давай его так поставим потом. Так. Так, и как она работает? Чё-то пока непонятно. Следующее задание. Создайте кристалл маны из упавших звезд, твою мать. У меня их, по-моему, 3 штуки есть, правильно? Так, во-первых, убираем все остальное. Так, и берем звезды. Сколько у нас было? 4. Отлично. Нам нужна всего одна звезда, получается. Потому что необходимо 5. Да, вот это я неудачно, конечно, выбрал позицию. Так. Сейчас как раз-таки ночь. Кстати, как день быстро прошел. Странно. Ну и заодно в правую сторону пойдем, чисто чтобы исследовать. Врагов поблизости. Да подожди, с врагами поблизости. О, светится, отлично, значит звезда. Так, давай-ка вот так. Левой кнопкой мыши надо нажимать, если что. Ой, еще одна звезда. Вот это я удачно телепортировался. Так, это подсолнухи светится. Так, сейчас создаем из звезды что-то там, усиление маны. Так, скорее всего, давай вот так вот. Так мы попадаем и в, на действие верстака, и на действие наковальня. А хрен там. Ни туда, ни туда не попадаем. Вот. Скорее всего, оно. Кристалл маны. Есть.
Хорошо. А, ну вниз, я думал, вбок будет. Так, следующее. Ой, куда это? Победите глаз Ктулху. Глазастую угрозу, которая появляется только ночью. Я же сказал, и мы как раз-таки для Ктулху нашли. А, мана, подожди, а зачем мне мана-то? Это, скорее всего, какие-то заклинания использовать, у меня их нет никаких. Но сначала нам в любом случае нужно побольше всего добыть, понимаешь? Всяких вещей, оружия. Пошли, вот сейчас как раз-таки начинается рассвет. Мы можем максимально далеко убежать вправо. Кстати, вот здесь вот что вообще? Бронза? Меда. Ну, медь, какая разница. Кстати, насколько далеко мы бегали вообще? До края карты все равно не добежали. Чуть-чуть. Но там меня уже сильно душит. Нужно оружие получше. Да что ж ты делаешь-то, Ирод? 152. Ну, нормально. Еще одна звезда. Слышишь, так нечестно, это я прыгнул. А это что за зомби-космонавт? Так, звезда моя. Фух, успел забрать. А то еще мог не успеть, прикинь. Задолбали. Сколько? 145 здоровья. Идите в задницу отсюда. Все, все, валить, валить, вали, вали. На следующем выпуске, скорее всего, уже глаз Ктулху будем призывать. Если я узнаю, какой нормальный меч можно сделать. Так, там что-то светится, но это, скорее всего, светящееся растение. Потому что, ну, по 14 урона я тут с обычными врагами всираю. А с боссом, я думаю, там меня только так вертеть будут. Плюс еще броня надо хорошая. Потому что две брони, ну, это слабо. Ну, понимаю, что каждая по две, но все равно это всего 8 получается, правильно? Маловато. Плюс крюк кошка, я пока не знаю, как им пользоваться. Это, скорее всего, прыжок, зажать и держать где-то, где есть потолок. Что-то такое. Так, мы уже почти дошли до того, где застряли в прошлый раз. А чем мы там, кстати, не прошли? Сервятников, по-моему, много было. Это лягушка? Да. Ой, а этот слизень прям что-то живучий. Это обычный слизень. Угу, понятно. Подожди, слизень джунглей. Заколебешь. Какой наглый, а. И надо что-то... Не знаю, есть тут какой-то предмет, который... Так, бамбук. Ух ты, ты что такое? Летучая мышь? Вы издеваетесь? Надо что-то, что быстрее будет восстанавливать здоровье, потому что, ну, слишком долго. Кстати, а изготавливать можно как-то зелье здоровья? Так, я вижу, тут что-то есть. О! Нет, ну подожди, там предметов очень много. Че это я буду уходить? Да охерело вообще. У нас с размаху, ты видел? По мне ударило. Да что ж такое, че ж мне так не везет-то на вас? Капец! Не, ну это вообще хреново. Здоровья у меня, видимо, совсем мало. И урон очень маленький. Запарило. Да, тут очень много предметов всяких. Оп, стоять. Еще один факел. А что, и тогда с этой стороны уже и выйдем. Чтоб не идти опять внизу. Там враги. Не, ну это не смешно. Давай вот так. Хорошо. Зелье здоровья в целом дают относительно часто, но... Все равно маловато, маловато. Так, все, мы уже открываем новые территории. Тут мы еще не были. Так, еще один сундук вижу. Подожди, сейчас с летучей мыши. О, скотина! Что ты такая жесткая-то, а? Наверное, не стоит просто так махать. Надо махать, когда они подойдут близко. Это что было? Шипастый аксель. Можно надеть. Материал увеличивает скорость движения. А нам не надо. А, кстати, скорость движения надо. Чего это нет? Вот так. Хорошо.
Ух, как мы быстрее стали. Ух, я даже не успеваю реагировать. Как мы побежали. Ой-ой-ой-ой-ой. Можно помедленнее? Вы что? Я же не успеваю. Ой-ой-ой-ой-ой, как мы летим. Слушай, кошмар просто. Быстрее, чем телепортация. Наверное, я зеркальце это нахрен выкину. Понял. Ну, тут быстрее будет прокопаться. Ну, не быстрее, конечно. Но прыгать все равно впадло. Там блоки еще ставить, на них запрыгивать. Нет, уходи, уходи, уходи. Кто, та, я переключаю предмет. В чем проблема? Задолбал, так. Падла. Ну смотри, окружи. 7 врагов поблизости, ни хрена себе. Все, быстренько давай дальше лезем. Там внизу железо, но сейчас не стоит его добывать. Слишком много тут слизней в джунглях. Надо бы копилку еще сделать. Потому что уже слишком много монет накопили. Тем более даже золотые есть. А, и что-то там еще у путешественника, который у меня поселился, можно купить. Надо будет глянуть. Да, вы прикалываетесь, я зря копался. Все равно придется через верх идти. Нет, тут крюк-кошку как раз таки можно использовать. А как? Подожди, давай-ка вот так вот сделаем. Задолбал. Крюк-кошка... Нет, подожди, ее тут нет. Она где-то в другом отсеке, видимо. Подожди. Экипировка, не то. Дом, не то. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой режим камеры, подожди. А как назад теперь? Стоп. Все. Ну как крюк-кошку использовать? А это что за хрень? Прикинь, штука какая-то. В целом тут не так много копать. Че я вообще вниз пошел, а? Кстати, вправо насколько мы далеко прошли? Тут довольно-таки опасно, но вряд ли это прям край, правильно, локации. Ну, слушай, не, по-моему, даже не меньше, чем влево прошли. Но сейчас попроще, наверное, потому что сейчас день. Слушай, и день только начался. Нет, иди в жопу отсюда. Да что ж такое? А шо? Все, нахрен, утопили летучую мышь, это что? Кто-то говно подвесил. Так, уже довольно-таки далеко дошли. Так, мне не нравится, что здесь водопад. Сейчас что-то жесткое должно быть. Большие воды. Большие воды. Это не к добру. Это явно не к добру. Большие воды, значит, что-то... Какая-то морская тварь будет. Какая-то морская тварь огромная будет, я тебе говорю. А ну-ка. Да не, иди в жопу. А, тут не так уж... А, я не могу сколько хочу прыгать по воде. Я буду тонуть? Ой, это плохо. Что, лягушка? Жопа лягушки? Непонятно, что это лежит. Как долго тропическая локация идет, тебе не кажется? Когда она уже закончится. Я хочу следующее посмотреть, что тут будет. Так, хвататель, мне это не нравится. А, слышишь, падла, так нечестно. А, ну ты как бы и тормоз. Че я тебя боюсь? А, это, наверное, там были вот эти вот пожиратели душ, а тут хвататель, да? Проблема в том, что у меня хватателя не откидывает меч. Это проблемка. Хватателю мы просто урон наносим. Так, 124 здоровья, 160 маловато. Мне хотя бы здоровья 250, а то и 500 надо, чтобы против босса идти. Сколько еще джунглей будут идти?
наконец-то. Если что, быстренько колесико мышки вот так на зеркало и уходим отсюда. Ай, я тебя не заметил. О, один. Слушай, одно здоровье сносит, это вообще мало. Сколько у меня? 157 норм. Я тут тонуть буду, я тебе говорю. Придется мостик каменный делать. Я почему-то не могу тут плавать в этой игре. Походу, это из Vice City взяли. Ну, и тут нормально, допрыгнем. Ну, почти. Главный урон не нанесли. Так, внизу какие-то пещеры, туда сейчас идти не будем. Так, вот это что-то странное. А, железная руда. Что-то она по-другому выглядит тут. Так, пошли дальше. О, нормально, почти край карты, смотри-ка. А вправо намного легче было идти, чем влево. О, тропики, класс! Вот это, наверное, самое лучшее. Локация. Ой, тут, скорее всего, акулы будут. Ага, он не успевает за строительством. Точнее, да, точнее, строить не успевает. Затем как бежит. А, может, это конец локации? Типа мы на каком-то огромном острове. Так, я слышу какие-то звуки странные. Либо мне кажется, либо... Что это? Во, слышишь? Да, кто-то в лужу пердит. Нет врагов поблизости, конечно, ага. И сейчас Ктулху вылазит. А, глаз Ктулху, да-да-да. Ну а кто это тут тогда? Мегалодон какой-нибудь. Лохнесское чудовище. Кто там под водой живет? Кто же проживает на дне океана? Извини, я тебя свет обрубил. Да, это просто вода, получается, будет идти бесконечно. Но карта-то нарисована. Не до конца. Прикинь, она раскроется еще чуть шире. Чего? Да, дальше мы просто пройти не можем, смотри. Та! Та, мы просто упираемся. Покедова. И ради этого... Был бы какой-нибудь крутой эффект, я не знаю. Мы просто дошли до конца карты, и все. А сейчас уже вечер, мы не сможем влево еще пробежаться. Так, давай посмотрим, что добыли. Кофе. Так, давай сундук сначала поставим. Еще один. Давай у тебя что-нибудь поставим, а то хера ли у него там все заставлено, а ты сидишь тут просто так. Давай вот так вот, все. Кстати, а куда колдун делся? Куда он поперся? Он в пещеры пошел, слышишь? Ты кого хрен там делаешь? Так, нет, подожди, мы не все открыли. Лунное сияние, подожди. Не-не-не, какой-то подарочек. Во, подарочек. Это нам дали карамель и что-то еще. Но оно куда-то исчезло. Так, гранаты, хрень какая-то всякая. Ладно, давай его вот так вот сделаем и уберем все. И вот это вот что за предметы? У меня вот здесь вот сбоку деревянная стрела. Подожженная стрела. Куча стрел у меня тут. Почему? Медная монета, серебряная, золотая монета. Кстати, я же тебе что-то купить могу. Как ты заколебал тут стоять, а? Что ты продать-то можешь? Коса 9 урона мало, сачок мало. Точнее, не хочу. Столб леса можно поставить. Телепортируйтесь к другому столбу. Когда два поселенца будут рядом, вы можете поставить только один столб в каждом биоме. Видимо, телепорт, правильно? Куда-то. Свинья-копилка, вот она. Можно поставить, можно использовать для хранения предметов. Хранимые предметы доступны только вам. 89 монет серебра. Ну, да хера я как-то, тебе не кажется, нет? У меня сколько всего серебра? 7. Чего? Как у меня может быть 7 серебряных монет? Маловато, тебе не кажется? 3 золота и пару медных. Потому что я их убрал в сундуки случайно. Каким-то образом. Что за приколы? Как я... А,
маловато. Я что, когда умираю, я не все могу забрать монеты? То есть, потерял я 100 монет, но вернувшись, могу, условно говоря, 50 только забрать? Это не смешно. Что за бредятина? Ужасные литычи мышелов. 32 урона в ближнем бою. Охренеть! 32 в ближнем бою. Да ну! А как ты, медленно бьешь, наверное? Ох, капец ты, конечно, медленно бьешь. Но в любом случае, а ну-ка. Нет, ты не враг, есть враги. Вот, слизень. Охренительно, просто сваншотил. Не, ну так как будто бы и можно влево пробежаться, да? Так, еще подарочек посмотрим. Рождественский пудинг. Хорошо, тут я стол поставлю. О, я на стол прям поставлю пудинг. Надеюсь, этот мудак не сожрет его. Дебил, ты что сделал? Бля, я его поставить, что ли, не могу? Вот ты мудачилна, конечно. Охереть. Давай меч на всякий случай вместо этих досок поставим. Не, меч даже вот так вот пододвинем. Вот так вот сделаем. Но это на всякий случай. Капец, вот падла, он просто сожрал... Скотина. А когда урон-то наносится? Когда полностью сделает круг или сразу же наносит? Ну, 32 урона, когда у меча, сколько там, 11, по-моему. Или 9. Ну, это же вообще имба, ты чё? А это я его где-то нашел, получается, правильно? Ужасное летучее мышелом. Ой, я слышу зомби. Да, смотри, почти ваншотит. Можно этим наносить первый удар, и потом добивать уже мечом. Я как-то использовал... А как я использовал? Я как-то использовал кошку-мышь. Изысканное удовлетворение сильно повышает все характеристики. А с чего вдруг я так кайфую? Ой, белку бил, извини. А с чего вдруг у меня такое удовлетворение? От убийств, что ли? И тут три левел, что ли? Или третий левел, или что это значит? Так, звезда, замечательно. Надеюсь, ночью пройдет, когда я уже добегу. Да, тут, наверное, расстояние лучше с этим мечом держать. Так, стоп, стоп. Вот так вот, да. Хорошо, допустим. Тяжеловато, но я думаю, разберемся, как им пользоваться. Так, а где двойной прыжок? Заколебете. Хрена себе, а чё так много? 5 врагов поблизости. Все, всех добил? Нет, тебя еще. Ага. Заколебали. Да идите в жопу. Сколько у меня... Блин, покоцали. 30 здоровья забрали. Да глаза, что-то, что они такие быстрые? Если глаз Ктулху такой же быстрый будет, то это маловато. Мне нужно что-то, что атакует очень быстро и наносит много урона. Тут какие-то же заклятия можно, наверное, на оружие закладывать. Правильно? Или чтобы оружие какое-то заклятие использовало. Для этого мана, наверное. Давай, подлетай. Давай еще. На, хорошо, двоих сразу. 81 медь. Ну, я очень много монет получаю. Не может быть у меня так мало. Медная монета 12. В чем прикол? Охренительно. Видал, прям как вовремя звезда упала. Что это вообще? Демонический глаз, а что-то по-другому чуть-чуть выглядишь. Так, ну уже день должен настать, когда я дойду до проклятых земель. А я так мало прошел, охренеть. Ну, скорее всего, слева тоже будет океан. Глаз в пещере летает. Че он там высматривает? Так, тут я вижу. Слушай, какая тем... А, мне же говорили каску шахтера надеть. Точно, я вот ее хотел надеть, но я забыл про нее. Давай телепортируемся назад и наденем ее. Это наденем уже, наверное, в конце выпуска, когда телепортируемся реально домой.
заколебете. Так, мне бы свет включить. Вот, наверное... Ух ты, защита 3? Серьезно? Больше, чем у железного... От пуховика больше защита, чем от железного шлема. Червь? Серьезно, на поверхности? Да иди ты в жопу. Да не в мою, дебил, блядь. Олень. А чё я урон наносится не когда он меня атакует, а даже когда я его просто касаюсь? Хорошо. Разрубили этого урода пополам. Стоять. По факту я просто монеты фармлю, которые походу у меня не засчитываются. Так, мне нужно как-то исцеляющее зелье сейчас использовать. Быстренько, оп. Так, я успел его убрать вообще? Подожди, а что оно секундой пользуется? 57 секунд. Почему оно какое-то время... Ладно. Да, я понимаю, зелье можно поставить одним, типа, из основных оружий, но... 17 урона, слышишь? Они дохрена... Вот проблема, что их даже оттолкнуть не могу, понимаешь, пожиратели душ. Ни хрена не видно. А шахтера я забыл каску надеть. Так, но мы еще не дошли до того момента, где в прошлый раз были. Сука, тварь. О, чуть не упал. Прям на краешек прыгнул. Но я надеюсь, ты хоть видишь хоть что-то. Ну, если я вижу, по идее, ты должен видеть, правильно? Заколебали. Сука, душат, душат, душат. А я не могу два зелья... Не, могу. А что тогда в прошлый раз ты не использовал его? Наверное, я не могу все-таки два зелья одновременно использовать. Он добавляет мне, я так понимаю, моментально здоровье, а потом еще по чуть-чуть восстанавливает, что ли? Или у меня ограничение по времени, типа я могу не так часто использовать зелье здоровья. Заколебал. Там еще один летает. О, кстати, зато мы... Новые земли открываем. Падла чуть не сбросил меня в пещеру. 6 врагов поблизости. Заколебете, а. Не-не-не, все. Фух, чуть не помер. Не-не-не, это опасно. В левую сторону тяжело идти. Меч, конечно, прикольный, но он слишком медленный. А почему дверь постоянно открытая оставляете, а? Ну, по крайней мере, до правого конца карты мы добежали. Так, что мы добыли? Звезды, Алинза... Цветок дня, гель, снежный плащ, 3 защиты, охренеть. А, у железной кольчуги тоже 3 защиты. Бонус комплекта 2 единицы. А, ну тогда нормально. Блин, но это все равно комплект нужен. Зуб червя. Так, ну более-менее нормально, да? А следующая битва с Ктулху. А может сейчас просто... Не, ну это скорее всего долго будет. Сейчас не будем его вызывать. Ладно, тогда побьемся с ним в следующий раз. Но мне нужно... Оружие, допустим, есть, но оно медленное. Хорошо, ну броня нужна какая-то такая же, очень крутая. На этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию. И скоро увидимся.